Здравствуйте! Это прогноз погоды на АТВ. Я Анна Коктышева. Расскажу, что нас ждет за окном в понедельник, 20 ноября. Как сообщает гидрометцентр, по северным районам малооблачно, без осадков. Днем потеплеет до минус 4, ночью до минус 12. Будьте осторожны, синоптики обещают усиление порывов ветра до 16 метров в секунду. В южных районах облачно, возможен мокрый снег. Несмотря на это, будет тепло. Днем плюс 1, ночью минус 4. Скорость ветра 5 метров в секунду. В западной части Бурятии малооблачно, без осадков. Днем минус 3, ночью минус 12. Ожидается сильный ветер. Его скорость 18 метров в секунду. В Кяхте пасмурно. Синоптики обещают мокрый снег. Днем плюс 2, ночью минус 3. Порывы ветра до 9 метров в секунду. В Улан-Удэ пасмурно. Днем ровно 0, ночью минус 6. Скорость ветра 7 метров в секунду. С вами была Анна Коктышева. До скорых встреч! Гипермаркет «Маяк» – это широкий ассортимент низких цен. Продукты, напитки, хозяйственные товары для дома и дачи, детские игрушки, трикотаж, посуда и мебель. Все, что мы любим, но только дешевле. Например, двухспальное постельное белье меньше 1000 рублей. Здесь всегда выгодные предложения. 1+1. Также у нас очень хорошее обслуживание. То есть мы не грубим, не хамим, мы любим своего покупателя. Низкие цены для всех и всегда. Корабельная 40 и Дорожная 30/1.